Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Voxy 2014 года, гибрид в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 99 лошадиных сил, гибридная установка на 60 кВт, АКПП передний привод, имеется камера заднего вида, автомобиль на литых дисках, хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 109 тысяч километров. По салону красивый темный ухоженный салон, ткань. Не прокуренный, три ряда сидений, имеется кондиционер, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, мультимедиа, пауэр-эко-режимы, мультируль, круиз-контроль, две электродвери, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал, четыре стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 114, 109, 109, 120. 127, 104, 115, 108, 118, 115, 118.